Господин, резерв 4-й когорты собран, но наши ряды нарушены. В городе рыщут отдельные отряды противника. Понял. Четвертая когорта? Есть! Вперед! Сюда! Нам нужно освободить проход! Виталион с той стороны! Эй, там! За работу! Есть! Противник! Легионеры! Занять укрепление справа! Лучники! Встать за мной! Прикрывайте! Защитку Давай, Эйлю, мы
Скоро доберемся до командира. Перебирайтесь, господин. Попробуй мой клинок. Сегодня ты умрешь!
Марий, сын Рима, восстань. Время еще есть. Твоя судьба ждет. Оглянись. Как мне спасти Рим? Все потеряно. Не трать время, срывая лепестки. Срежь бутон. Будика. Будика. Генерал, мы не сможем их долго сдерживать. Будика. Господин. Господин, я не знаю, сколько мы еще... Боги нам не благоволят! Мы должны... Бежать? Ты бросил пост, чтобы сказать мне это? И ты бросил своих людей? Нас призвали боги. И ты хочешь сбежать? Мне бы убить тебя. Ты позоришь наших людей. Ты позоришь меня. Ты позоришь Рим! Клянусь, Центурион, Рим не падет. Не сегодня. Сегодня мы сражаемся. Дайте сигнал остаткам 6-го легиона. Пусть укрепят западный фланг. 5-й легион из старого квартала туда же. Я узнаю, что с 14-м встречу врага перед дворцом. Вперед! Понял. Первая линия должна держаться. Держаться любой ценой. Сюда, генерал! Воины Будики захватили форум! Что прикажете? Пробьем брешь в рядах охраны Будики и убьем ее! Идете, господин?
За мной. Есть! Внизу! Дать поддержку! Впереди есть пилумы! Стрелять залпами! Стрелять залпами! Мы сокращаем их число! Стрелять залпами! Стрелять залпами! У них осталось всего несколько солдат! Стрелять залпами! Лучники уничтожены! Солдаты, вперед! Господин, это Будика! На боевом слоне! Она крушит оборону дворца! Какие орудия у нас есть? Там на хребте Скорпион, господин! Боевые слоны! Господин, держитесь рядом! Враги прошли в эту зону! Господин, это Будика! На боевом слоне! Она крушит оборону дворца! Какие орудия у нас есть? Там на хребте Скорпион, господин! Боевые слоны! Боевые слоны слишком хорошо защищены! Пробить их сможет только Скорпион! Господин, это Будика! На боевом слоне! Она крушит оборону дворца! Какие орудия у нас есть? Там на хребте Скорпион, господин! Боевые слоны слишком хорошо защищены! Пробить их сможет только Скорпион! Господин, держитесь рядом! Враги простреливают эту зону! Еще один боевой слон! Господин, это Будика! На боевом слоне! Она крушит оборону дворца! Какие орудия у нас есть? Там на хребте Скорпион, господин! Боевые слоны! Боевой слон! Еще один! Он атакует! Oh!
Вот мы и встретились, римлянин. Сдавайся или умри. Дать тебе разрушить Рим? Нет! Обоим нам не победить. И я не могу позволить тебе встать на моем пути. Сдавайся! Прямо сейчас, Будика! Thank you.
Марий, сын Рима. Мы с тобой очень похожи. Судьба сделала нас врагами. Но в другой жизни... Быть может, в другой жизни. Не в этой. Да. Не в этой. Давай, римлянин. Давай. Север, ко мне! Покажите это с самого высокого места. Варвары увидят это и побегут. Мы победим! Раз ты здесь не ради моей защиты, то для чего? Ты приказал убить мою семью. Ты оставил Рим в развалинах. Все, что произошло, все эти ненужные жертвы... Тому причиной твоя зависть, тщеславие и гордыня. Стой, 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 стой! Ты не забыл пророчество Оракула? Император может погибнуть только от своего меча. Ты не можешь убить меня. Только я могу, ты сам сказал. Умоляю! Дай мне кинжал, генерал. Чтобы я мог хотя бы умереть, как император. Даже если и не жил, как он.